Face to no face? Лицо к нелицу. Movement to stillness? Движение к неподвижности. Sound to silence? Звуки к тишине. Idea? Идея. To no idea? Идея к неидее. The idea, whatever the idea is, какая бы ни была идея, is coming up in the no mind. Она возникает в неуме. I pay attention to the ideas. Я обращаю внимание на идеи. And observe that they are happening in the no mind. It doesn't matter what the idea is. И наблюдаю, что они случаются в неуме, не важно какие это идеи. My mind is there. Мой ум там. My mind is not in a container here. Мой ум не во вместилище, которое здесь. My mind is at large. Мой ум на свободе. My body sensations as first person are at large. Ощущения моего тела тоже на свободе. I don't find them contained. Я не ощущаю, что они содержатся. My thinking of now is in the room. Мое думание о том, что есть сейчас, находится в этой комнате, в пространстве. Nowhere to attach my mind to. Мне не к чему привязать свой ум. When I was a baby, my mind was big. Когда я был ребенком, мой ум был большим. I didn't think of it as in here. Я не думал о нем как о содержащемся здесь. Then, as an adult, потом, как взрослый, everyone tells me my mind is in here. Все стали мне говорить, что мой ум вот здесь. So I try and gather it in. Я попытался собрать его и вместить туда. In English, a psychotherapist, a psychoanalyst is called a shrink. По-английски есть специальный термин, который называют психоаналитиком-психиатром. We get shrunk. По-английски это слово происходит от слова сжимать, как он всех сжимает. I learn to separate my mind from the world. Я учусь отделять свой мир, свой ум от мира. Yeah, I learn to separate my feelings from the environment. Я учусь отделять свои чувства от окружающей среды. See, then I feel very small and tight and uncomfortable. И я чувствую себя очень маленьким, напряженным, и мне не по себе. What is the remedy? What is the remedy? В чем же лекарство? There's a Scottish psychologist called R.D. Lang. He's dead now. Есть один шотландский психолог. Теперь он уже мертв. Yes. Он сказал. He said something amusing and true. Сказал нечто удивительное и верное. If you want your freedom, the door is open now. Если вы хотите свободы, то дверь открыта сейчас. Okay, we'll talk about your mother. Хорошо, тогда поговорим о вашей маме. You don't want to go out the door, you know, right? We'll talk about your mother. Вы не хотите выходить в эту дверь, вы говорите, поговорим о моей маме. As a baby, big, mind big, heart big. Как ребенок, вы большой, большой ум, большое сердце. As an adult, I believe my mind is in here. Very important to learn. Как взрослый, я узнаю, что мой ум вот здесь внутри. Это очень важно узнать. But you have to learn. You have to learn. Others cannot see your thoughts. Этому нужно научиться. Другие не могут видеть ваши мысли. Others do not see your feelings. Другие не могут видеть ваши чувства. To learn developmental. Это познается в процессе развития, этому научаются. Вы видите это здесь. Now this. Было так. I understand you do not feel what I feel. Я понимаю, что вы не чувствуете то, что чувствую я. But secretly, privately, as first person. Но тайно, лично, как первое лицо. I experience my mind is one with my world. Я ощущаю свой ум как единый со всем миром. No dividing line. Потому что здесь нет разделительной линии. The best thing for your mind is to see it's not in a container.
лучше для вашего ума это увидеть, что он нигде не содержится, ни в каком вместилище. Let it be where it is, where it is. Позвольте ему быть там, где он есть, где он сейчас есть. Very, very good for your mind. Это будет очень-очень хорошо для вашего ума. Very bad to think it's in this little box. И очень плохо думать, что он в этой маленькой коробке. Very good to free it. Очень хорошо освободить его. Become aware of the source, no mind. Осознать источник не ума. Where do your thoughts come from? Откуда исходят ваши мысли? Your ideas. Ваши идеи. When you lose your head. Когда вы теряете голову. It's like taking a cork out of a bottle. Это все равно, что пробку вынуть из бутылки. Creativity flows. И творчество, вот, созидательность начинает течь. Экспериментируйте. Your heart opens. Ваше сердце открывается. You lose your head, you find your heart. Когда вы теряете голову, вы находите сердце.